В детстве я увлекался, конечно же, баскетболом, потому что начал я в 7 лет, пошел в первый класс и баскетбол. Наверное, даже немножко раньше, лет с 6, потому что у меня брат старший, на 3 года старше меня. Он уже занимался, всегда у меня перед глазами. Я тоже хотел попасть в секцию, и как только мне исполнилось 7 лет, я пошел в первый класс, меня взяли в баскетбольную секцию. Тренировки были трехразовые, 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, поэтому выходные были абсолютно свободны для игры во дворе, футбол и другие виды спорта с друзьями. Мои родители были обычными людьми, мама воспитатель в детском саду, папа шиномонтажник слесарь, оба приехали из деревень на работу в Киев и... Там мы жили в общежитии сначала, соответственно, отец умер в возрасте 8 лет, мне было 8 лет, брату 11, довольно рано, и всю, конечно, нагрузку на себя взяла мама, мы помогали как могли, соответственно, росли больше сами, конечно, мама обеспечивала всем, как Золушка, можно сказать, ее никогда не было дома, никогда не было видно, но мы всегда были чисто одеты, у нас всегда было поглажено, наготовлено, но что касалось тренировок и школы, это все было на наших плечах. С самого детства, так как я занимался баскетболом, кто бы меня ни спрашивал, кем я буду, ответ был явно не космонавтом, а баскетболистом. И несмотря на то, что в раннем возрасте я еще не знал, буду я играть или не буду, ответ всегда был такой. Соответственно, первое понимание пришло, наверное, лет в 16, когда я понял, что я могу делать это хорошо и выделяться среди других. Плюс мой брат уже играл в профессиональной команде, и цель была передо мной поставлена, и я ее к ней двигался шаг за шагом. 18 лет, я уже выступал за Саратовский «Автодор», и в то время мы соперничали с самыми сильными клубами страны, с «Уралгрейтом», с ЦСКА, с «Казанским Униксом», и у нас была довольно молодая, но перспективная команда. Соответственно, в дальнейшем я был приглашен в сборную России, и с тех пор защищаю ее цвета. Пока я находился здесь, казалось, что НБА – это что-то заоблачное и нереальное. После того, как я туда попал, понял, что, в принципе, если ты трудолюбивый и талантлив, то тебе нечего бояться, нужно только прогрессировать и освоиться в новой среде. Поэтому больших проблем с игровым временем у меня там не возникало до тех пор, пока я не был обменен в Чикаго, где уже был свой коллектив и стал получать меньше игрового времени, в связи с чем выбрал другой путь, не оставаться в НБА, лишь бы быть в НБА и быть на слуху, а переехал обратно в ЦСКА, дабы добывать медали и бороться за какие-то титулы, после чего мы выиграли чемпионат Европы в 2007 году за сборной, также бронзу Евробаскета в 2011, Олимпиаду бронзу в 2012 и большое количество титулов с моим родным клубом ЦСКА Москва. Это комплекс разных вещей, и параметры, и рост, вес, понимание игры. Но если выделить одно из этих качеств, то самое главное – это самоотдача и желание. Потому что на моем карьерном пути я видел много людей очень талантливых, которые не добились ничего. Людей с минимальным талантом, но очень трудоспособных и упертых, которые достигли своего максимума и прыгнули даже выше него. Поэтому всем нужно стараться и быть целеустремленными и действовать в интересах команды. Основные проблемы с переездом в Америку связаны были, конечно, с адаптацией по менталитету к новой среде обитания, плюс тот момент, что я, в принципе, не знал языка, потому что во времена школьные учил немецкий, понятно, поехал в Штаты, там все говорят по-английски, наверное, можно отметить быстрый процесс изучения, когда ты находишься в среде непосредственно, где все говорят на английском, впитываешь очень быстро, и буквально за 2 месяца я уже общался со всеми спокойно и не испытывал никакого дискомфорта. Оставалось освоиться и привыкнуть к жизни, но на самом деле быт американский намного проще, чем у нас в стране. Там все сделано для людей среднего класса и ниже, то есть все, что тебе нужно, это только прийти, и у тебя будет все. Большую часть, конечно, все основано на кредитах. Если у тебя есть работа, значит, ты можешь взять любой кредит, купить любую машину, у всех есть дома, но небольшой
пометочкой, что это не твое, а в принципе принадлежит банку. Но ты можешь уже в раннем возрасте владеть всем. Если сравнивать с нашей страной, то сначала нужно заработать и потом только купить. Когда я вернулся в ЦСКА после Америки, это была середина сезона, и адаптация к новому коллективу и к новому тренеру заняла, в принципе, весь остаток сезона, так как команда была уже сбалансирована со своими лидерами, несмотря на то, что они приобрели сильного игрока, его все равно нужно было адаптировать для идеальной игры команды, поэтому это прекрасно понимал я, понимал клуб, мы не форсировали события и ждали то время, которое нам было необходимо для притирки. И уже со следующего сезона я был одним из лидеров команды, имел прекрасные отношения с нашим тренером Эторо Мессины, и с тех пор руководство приняло решение назначить меня капитаном, которым я являюсь по сегодняшний день. Мы, начиная с 2003 года, 2005, очень удачно выступали в группе. Никогда не могли пройти 1/8 стадии плей-офф, где игры уже идут на вылет. И нам всегда почему-то не удавался этот этап. Нас одной игрой это выбивали из борьбы за медали. Соответственно, в 2006 году мы играли отборочный тур на чемпионат Европы. Был привлечен новый тренер Дэвид Блад. Собрался обновленный молодой коллектив. Больше не было ветеранов. Основными ветеранами был я и Андрей Кириленко. Нам было, соответственно, 25-24 года. Поэтому наш путь начался еще с 2006 года, с подготовки к чемпионату Европы. Когда мы попали на чемпионат Европы в 2007 году, мы играли хорошо в группе, как всегда. И все знали, что самый важный для нас – это вот этап плей-офф. Потом на этом кураже уже нас было тяжело остановить. Мы играли как хорошо, так же хорошо как в защите, так и в нападении со сборной Литвы в полуфинале. Но со сборной Испании получилась не такая красивая игра, но за счет того, что мы не опустили руки и продолжали бороться, по ходу матча мы проиграли 10-15 очков. Казалось, что нас все устраивает, и серебряные медали, но мы решили по-другому. И в итоге исход матча решил Джей Ар Холден последним броском, который принес золотую медаль нашей сборной, которая, кстати, является единственной за новую историю российского баскетбола. После успеха на Евробаске 2007, конечно, хотелось продолжать дальше. Мы чувствовали вдохновение, слаженный коллектив, но работа в сборной отличается немножко, чем в клубе. Это всего лишь короткий период, порядка 2 месяцев. Сами игры и турниры – это всего 2 недели. И после чего все расходятся по своим командам, имеют свои также цели, свои чемпионаты. Кто-то играет в Еврокубках, кто-то в Евролиге. Плюс возраст у всех разный. И когда приходит следующий год, очень часто получается, что не все игроки могут приехать в сборную по тем или иным обстоятельствам. И нам не удавалось хорошо выступить на чемпионатах мира. И вот именно их мы почему-то пропускали или играли ослабленным составом. Но в 2011 году опять собрался один из сильнейших составов в чемпионате Европы. Мы завоевали бронзу. И, соответственно, на следующий год перед Олимпийский уже мы чувствовали, что мы едем на Олимпиаду не просто наслаждаться ней, а побороться за медали. В принципе, не было расслабленности никакой, несмотря на то поражение от испанцев, которое мы получили в полуфинале. Все, в принципе, были готовы бороться дальше, так как все прекрасно понимали, что это также наша первая медаль на Олимпиаде за долгое время. И для нас это был наш мини-финал, который мы провели с честью и достоинством. Вся команда сражалась как могла, и мы сражались со сборной Аргентины, в которой также играют ведущие игроки мира. Ману Джинобили, который представляет Сан-Антонио Сперс, Скола, Луиш Паджиони. То есть все игроки, которые имеют очень богатый опыт выступления не только в Европе и на международной арене, также в НБА. Несмотря на это, мы за счет своего желания к победе в концовке смогли вырвать победу. Матч был напряженный, и только последним броском мы, в принципе, поставили точку на результате и забрали в нашу копилку еще одну бронзовую медаль.
У меня было много тренеров с детского возраста, связано с тем, что я переезжал с одного места на другое, менял даже страну. Поэтому основной тренер, который повлиял на мое дальнейшее развитие, это как раз тренер из саратовского «Автодора» Алексей Агеев, бывший игрок. Он со мной занимался индивидуально, всегда и всему научил меня. Но, наверное, основное, что он мне дал, это вот понятие того, что нужно сражаться, независимо от того, сильнее ты, талантливее ты другого соперника или игрока. Но всегда у каждого есть шанс, нужно только желание. Сейчас у меня травма, перелом руки, что, в принципе, не свойственно для нашего вида спорта. Это случилось в игре с Казанью. Я получил удар по руке от другого баскетболиста, от соперника. И один случай из миллиона, но он произошел. Поэтому в данный момент отчаиваться не стоит. Это часть нашей профессии. Нужно оставаться на позитиве. Тем более, что сейчас самый важный матч у нас впереди. Пытаюсь не терять форму, расположение духа и помочь своей команде на финальной стадии сезона. Опыт, он тут как ни крути, незаменим. И мое присутствие на площадке, оно не только вдохновляет команду, но и показывает правильные действия и направления, которые могут понадобиться в тяжелый момент. Я вижу свой стиль в хорошей защите и в прекрасном видении и понимании ситуации на площадке. Он отличается от большинства других тем, что я не набираю большое количество очков, но всегда являлся одним из самых полезных игроков команды, только благодаря тому, что я мог читать действия партнеров в нападении, а в защите это только желание и самоотдача. Моментов очень много, связанных с болельщиками, начиная с общения после матчев, так как я являюсь капитаном, и болельщики иногда пытаются донести свое видение игры, как нужно играть до игроков. Что касается автографов, конечно, приходилось расписываться не только на майках и на экипировках, на вымпелах, приходилось расписываться и на руках, на ногах. Некоторые люди просят расписаться прямо в паспорте, что попадает под руку, лишь бы получить сувенир из матча. Такое внимание всегда приятно, и, конечно, нужно поблагодарить наших болельщиков. Единственный, наверное, момент, что их никогда не бывает много, нужно, чтобы их было всегда больше. Мы всегда рады видеть их на наших трибунах, и мы рады играть для них. Помимо баскетбола, конечно же, хобби основное – это моя семья. С ней я провожу большую часть времени. Сейчас мои дети, которых у меня двое, девочка и мальчик, уже подросли. Я могу с ними заниматься, делать уроки, возить сына на тренировки, подсказывать ему что-то на площадке и наслаждаться обычной жизнью.